Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля и продолжение нашей беседы с пастором Раджи на острове Цейлон. Насколько эффективна церковь? Это вопрос не только для Цейлона, это вопрос для Беларуси, Украины, России и любой, наверное, другой страны. Но поскольку мы говорим с цейлонским пастором, я поинтересовался у него, насколько их церковь эффективна, насколько она выполняет то, что поручил делать Господь. Если есть дары, тогда это, я думаю, большие плода есть церкви. А если дары нет в церкви, и плода будет мало. Нет, здесь это большая колония. Где внутри живет 25 тысяч народ. А семьями есть 5 тысяч семьи. Это только здесь. Вокруг есть большая города, где много народу живет здесь. Церковь только у нас вот здесь. Только одна. Еще есть другие пастыри, которые домашние группы, домашние, как домашние группы. У нас план, я думаю, больше план большой. И мы хотим это выполнять. Народ много покаяли. Мы хотим этого. Через 5 лет, я думаю, больше пойдут хотя бы 10 тысяч. Хотя бы 10 тысяч. Потому что только здесь 25 тысяч народу здесь. А вокруг города еще много. Если церковь большой раду, Шри-Ланка, самая большая церковь будет здесь. Потому что большое количество народа здесь живет. Поэтому я думаю, это самая большая церковь должна расти здесь. Но через Евангелие. Да, Евангелие проповедует. Надо лидеров, подготовить на лидеров и отправить.